Вчера она пошла в дом престарелых. Привет, Кертису и Ханне нужно оружие. С кем на этот раз сражаетесь? С вампирами? Это выйдет боком, чувачок. Не знать мне, чтобы не упекли в такое место. Ты отрубил Кертису руку. Чего? Да, но согласись, меч-то просто обалденный. Если честно, нет. Ты меня им чуть не угробил. О, теперь-то все пучком. А как же иначе, что ли? Без обид, Дженни, но твой папаша просто... Вчера ты предложил мне и Ханне... Это Дженни, твоя дочь. Обычно ему нужно перезванивать раз 6 или 7, так что ничего страшного. Вы все, что вы делаете для школы. Мы не знаем, о чем это ты. Ну, разумеется. Даже если бы наша банда боролась со злом, а это не так, почему ты решил, что нам нужен еще один член? Или где-то еще, но не в мужской душевой. Подходи ко мне. Join me. Может, он и глупый, но не настолько. А может. Ты готов использовать родную дочь? Потратил. Ты как? Бывало и лучше. Вот что я скажу, что было, то прошло. Я больше не буду западать на... своего отца в чужой школе. Теперь мы хотя бы знаем нечто, что неизвестно Атикусу.